Сегодня работники следственных изоляторов и тюрем отмечают свой профессиональный праздник. Дата молодая, учреждена она в 2006 году по приказу директора ФСИН России. Сегодня в Карабулаке на территории следственного изолятора в честь празднования Дня работников СИЗО и тюрем состоялось торжественное построение личного состава. Напомним, что следственный изолятор отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Ингушетии был запущен в 2009 году с лимитом наполнения 150 человек. В этом же году был осуществлен и первый прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных.